В уголовном деле о коррупции бывшего директора Челнинского медколледжа появились новые фигуранты. Это четверо студентов, которые получили места в учебном заведении за деньги. Кроме того, в числе подозреваемых есть и двое родителей абитуриентов. На всех них возбуждены уголовные дела по статье «Дача взятки». Напомню, директор медколледжа Светлана Вахитова и работавшая там же ее дочь Гульнара Закирова были задержаны 1 июля. Следователи вменяют Светлане Вахитовой получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий, а дочери – посредничество во взяточничестве и получение взятки. Сейчас они находятся под домашним арестом.